Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас с вами третья часть. По-моему, если я не запуталась, это третья часть моих картин. Я их разделила на несколько частей, чтобы вам было удобнее смотреть. Вот, сегодня у нас с вами получается 2016-2017 год. Начало, по-моему. Начало 16-го. Короче, 16-17, начало 17-го года. Тут, конечно, уже я вижу совершенно другие работы. То есть они конкретно отличаются. Тут моя коленочка немножко видна. Вот, они отличаются, конечно, от тех предыдущих работ. Я надеюсь, то, что вы посмотрели предыдущие ролики, потому что это очень интересно смотреть от самого начала, как я начала училась рисовать и как я постепенно-постепенно шла. Вот. В одном ролике, конечно же, я делать это все не стала. Это очень-очень будет долго. Вот, сами понимаете. Так, это я рисовала, ну, уже с какого-то вебинара, скорее всего. Или после вебинара. Я не успела на вебинар, я уже срисовывала с картинки все это. Вот, но я думаю, это получилось очень-очень красиво. Причем тут, видите, она загнута. То есть она висела на кухне у мамы. То есть это в рамочке. То есть как картина висела. Маме она очень-очень-очень понравилась. Тут стекло получилось нарисовать просто великолепно. Продолжение тут немножко вот это. Ну, тут вот еще надо было немножко. То есть даль, небо, тут вот стулья. Со стулом, я помню, вообще, по-моему, просто измучилась. Очень было сложно нарисовать, но я это сделала. Это просто великолепно. Вот здесь мазки очень красивые. Просто классно. Прям вот. Так, здесь у меня маленькая работа какая-то. Это, кстати, с ней я промучилась, помню, вообще. Очень-очень-очень долго. У меня что-то прям, я помню, не получалось. То ли вот эти цветочки не получались, то ли фон. Что-то не помню я, короче. Ой, тут тоже, смотрите, классно. Вот здесь красивые такие деревца какие-то. Тут, тут просто белая свечка, какая-то груша разрезанная. Тут вот цветочки, что-то такое. Это тоже какой-то, по-моему, наверное, вебинар был. Тут моя подпись стоит. 16-й год даже. Вот, не забывайте ставить подписи. Здесь тоже, смотрите, какая классная. Как висит красиво. Какие-то тут штучки, тут цветочки. Прям классно, мне нравится. Такая, знаете, домашняя обстановочка. Такая картина какая-то. Как, знаете, вот бывают иногда шторы очень такие необыкновенные, красивые, но их не каждая хозяйка купит. Какими-то вот квадратными такими вот штучками, какие-нибудь там листья нарисованы или вот что-то. Мне кажется, вот эта картина прям очень подходит. Я вот думала бы продать вот эти все картины, их просто становится очень-очень-очень много. Но я даже не знаю, как это сделать. Все их брать просто и перефоткать, и куда это вообще отправлять все. Но это сложно очень. Не знаю, кто купит. За 100 рублей бы вот я каждую, наверное, продала бы. За 100, 150, наверное, за 100 даже, наверное. Вот. Может быть, кто-нибудь увидит, если кто живет в Самаре, если вам какая-то картина понравилась, пишите мне на почту или в комментариях там где-нибудь. Я вам ее отдам за 100 рублей. Так, здесь у нас лес какой-то, я что-то там пыталась. А, вот тут вот, по-моему, мимоза, но тут я, короче, что-то немного перестаралась. И вот тут вот вокруг них видно, что мокренькие. Видимо, у меня кисть была чересчур влажная, наверное. И, короче, получился такой непонятный эффект, и она, естественно, не высохла. Тут кактус у меня в какой-то штуке. Что-то меня там вдохновил этот кактус, видать. Так, здесь дом это какой-то, тут цветочки тоже, кстати, довольно симпатичненько. Так, тут тоже вот. А, это опять мои пионы. Это, кстати, работа тоже висела у мамы на кухне долгое время. Она мне, ну, не особо она мне, честно говоря, нравится, но родителям она понравилась. Тут пионы как-то вот из-за этого вот мне как-то они, ну, передом. Я не люблю, когда передом, боком вот как-то. Здесь немножко боком получился пион. Тут ромашки, кстати, очень классно у меня получилось. Я даже помню, когда их нарисовала, прям была поражена, что у меня получились они нарисовать их боком. Как раз там я, по-моему, предыдущий смотрела какой-то мастер-класс, как они рисуются, и нарисовала. Так, эта работа мне не очень нравится. Здесь все там наперекосяк, все чего-то. Какие-то там яблоки в чем-то там.
Много краски очень было потрачено. Это обидно. Я не люблю впустую просто так тратить. Но даже лист, знаете, он тяжелый. Лист вот этот. Он реально тяжелый даже. Вот. Здесь у меня сирень опять где-то мы рисовали. В каком-то мастер-классе, вебинаре. Здесь у меня какие-то тюльпаны или чего-то там на желтом фоне. Ну, тоже, кстати, по такой картине можно очень хорошо прорисовывать разные оттенки цвета. То есть это интересно довольно. Я люблю такие всякие. Из двух цветов, создавая именно на рисунке другие цвета. То есть не на палитре, а на рисунке. Вот здесь у меня... вот эта работа мне, кстати, очень нравилась. Она получилась у меня нарисовать, но жалко то, что на таком фоне. Все-таки я хотела бы на другом. Так, это какую-то мы работу чью-то срисовывали, какого-то старого художника, очень старую, вернее, работу. Поэтому она такая, кстати, получилась очень-очень светлая. Такая, знаете, как будто выгоревшая. Там, ну, и та работа была очень старая, выгоревшая, по-моему. И мы ее так рисовали. Очень классный, кстати, какой-то художник был. Нужно было всех подписывать. Какой-то был художник. Я ничего не записывала, конечно. Здесь вот тоже, кстати, мне немножечко нравится. Такая необычная работа. Вот. Ну, вот это, кстати, мне понравилось. Тут тоже вместе акварель и... карандаши, восковые карандаши. Здесь вот прям классно получилось этот, как ее, стрекоза. Паутинка там, все. Вот тут вот горы. Они, кстати, нарисованы тоже мастихином. Это уже моя вторая работа с мастихином. Именно. А вот тут вообще даже потрескалось. Я помню, когда потрескалось, так обидно было, что она сейчас просто раскрошится. Вот тут тоже вот можно лаком для волос брызгать. По-моему, я даже побрызгала, мне кажется. Поэтому она здесь просто лежит. Так, вот тут тоже, кстати, видно. Вот они, мазки. Вот они. Как будто здесь, знаете, как вот дорога машин проехалась. Вот. Здесь тоже горы. А, ну вот моя третья работа. То есть, ну, тут видно, что вот они мастихином выложены. Тут тоже вот вода, все, короче. И вот здесь вот тоже. Так, и там сейчас я еще одну папку вам покажу. Там чуть-чуть картин. Тоже вставлю в этот ролик. Сейчас, секунду. Как и обещала, вторая папочка. Здесь выяснилось, оказывается, это даже 2011-2012 год. Я помню, что она у меня была, но не поняла, где она. Видимо, кто-то там шевырялся. Ну ладно, в любом случае посмотрим. Это как раз получаются те картины, где я тоже уже училась рисовать, скорее всего. Ну да, такие они довольно не такие красивые, как те. Но тем не менее. А вот я вот эту рисовала. Это у меня брат, по-моему, что ли. А, нет, я захотела нарисовать, а брат сказал, что мне не получится. И я вот постаралась нарисовать. По-моему, получилось. Так, тут какая-то кака. Здесь какой-то цветок у меня. Так. Здесь вот как раз тоже этими восковыми мелками вместе там что-то такое. А, здесь с водой, да. Лист сначала водой наносится, а потом какими-то вот мазками. Но довольно, кстати, получилось интересно. И немножечко здесь еще не дорисовано. Опять почему-то, не знаю почему. Так, здесь у меня роза мазками. Должна быть была на черном фоне, по-моему, мне помнится. Ну нет. Тоже вот, видите. Видно, вот они, мазки. И потом, ну это да, мастер-класс был. И потом эти мазки, то есть вот они, линии прорисовываются. Вот, здесь вот тоже, короче, что-то непонятное. Так, это у меня копия, я еще рисовала копии вдобавок делала. Они, кстати, очень легко делаются. Так, а что у нас тут? Одни копии, что ли? Нет, вон там есть. Тут какие-то тюбики меня вдохновили. А здесь вообще мне приснился сон нарисовать девушку в цветах. Ну, конечно, сон. Это сон. Получилось, конечно, все совершенно по-другому. Хотя я старалась. Но получилось непонятно что. Короче, вот так вот. А здесь, кстати, довольно симпатичная работа. Я помню ее, как я рисовала. Вот. Здесь уже бочонок. А, это я как раз ходила учиться рисованию к одной девушке.
Она обучала рисовать за пожертвование, то есть 50 рублей можешь положить, 10 рублей, неважно, ей деньги были не важны. И она все время меня мучила этим бочонком, книгами, постоянно одно и то же, но что-то там какой-то навык я, кстати, да, от нее, по-моему, получила навык, то, что она мне сказала, что нужен карандаш этот потом еще и стирать, потому что он так и так будет виден. Сама я что-то так и не догадалась его стереть. Вот потом я запомнила ее слова, потом мы стали с ней очень-очень классными подругами. Вот ей помогала в начинании, в ее бизнесе очень много помогла, но ее бизнес все равно не пошел, и она уехала его делать в Москву. Вот. Помогала ей бесплатно даже. Так, вот ее какую-то, на каком-то листе даже я какую-то вазу рисовала. Она меня прям потребовала, чтобы я этими штрихами сделала, хотя я терпеть не могу это, переводить бумагу. Так, это вот первая работа наша с ней была, яблочко, чтобы понять, кто как рисует. Тут вообще мне что-то непонятное. Даже сложный лист. Это я, видимо, дома что-то там сама пыталась сделать. Но это мои начинающие, видимо, работы. Вот. И мой апельсинчик. Так, все, да. Мой апельсинчик, который я тоже что-то пыталась. Ну да, это мои работы в самом-самом начале. Вы их увидели. Это, конечно, папку я про нее забыла. Нужно было ее поставить в первый ролик. Но вот, на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии свои обязательно. Вот. И всем пока-пока.